О, утро сегодня. Так, подожди, маленькая коробочка, маленькая-маленькая. Вот она лежит. Это Паля выздоровела. Это коробка у меня для голубки. Паля. Сейчас, Володя, будем записывать, покажем еще, как интересная голубь будет реагировать на другую голубку. Не он, а вместе он и она. Все, включай свет там. Так, я жду, что я отдал, починить. Держись, когда пойдешь на крыльце, не подскользни там. Так, бери скорее, Володенька. Не хочет. А? Не хочет, Володя. Ну, не хочет, по-другому никак нельзя. Что тут? Нам на голове выпускать. Бери ее, потом она залезет опять. Кошки любят, как маленькие ребятишки садиться. Паля. Давай. Все, давай, придави ее этой. Телефон настольный. Ладно. Слава Иисусу Христу! Это старшая сестра проверяет каждое утро, как договорились. Я сейчас смотри, что делаю, чтоб туда... Вот посмотри, Надежда Васильевна, успевай правильно глядеть. Гляди, там цифры бегут. Я закрою, чтобы голуби туда не попали. Вот теперь стул отсюда убираю. Он будет не нужен в этом месте. Дальше. Этот стул вот туда подальше. Вот. Теперь я, значит, начинаю приготавливать прогулку, утренний мацион. Это закрыто, чтобы там не видно было. Вот она, голубка сидит. Видно ее? Я сейчас возьму этот фонарик, чтобы где-то подсветить. Вот она, что сидит. Ну что сидишь-то? А! Вот она здесь, тут все. Вот она где. Это вы не видишь, как-то такая железная, она прокинуться не может. В одной вода, тут горох лущеный, пшеницы и семечки. И вот мне надо сейчас ее выгнать отсюда. Подожди-ка. Подожди, давай. Вот она где пришла, новенькая моя. Какой у нее хохолок, дикая. Давай, вот так. Вот она, теперь что? Мне надо отсюда убрать. Смотри, я это убираю. Вот здесь вот. Все это закрываю, чтобы ничего не было. И дальше начинается утро. Вот теперь я это должен взять газету. Потом я с нее все это уберу. Попутно. Вот. Теперь надо мне открыть та. Вот теперь ночь прошла, а день приблизился. Теперь я убираю вот эту картонку. А теперь эти сидят. Я их сейчас буду выкидывать оттуда. Давай, смотри туда. Стой, быстро гляди. Вон он маленький, где лежит. Вон он лежит где. Видно его, нет? Да, да, видно. Вот. А теперь вот он сидит самец. А вот самочка сидит на гнезде. Сейчас я буду кричать. Ты стой, смотри. Гуля, 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 гуля. Они не знают, что та сидит. Ты тут-то покажи, тут-то. Вон она где. Он ее не знает еще, что она здесь. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Вот смотри, сейчас какая история будет. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Сидит, что сидит, непонятно. Гуля, 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 гуля. Вот этот он меня подвел он меня. Я думал, быстро вылетит. Что-то то ли не проснулся, или что. Утро-то ранее, еще 6 часов только ровно. Гуля, 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 гуля. Лезть туда неохота. Как только он крыльями захлопает, и она с гнезда сойдет. А я тогда маленького этого беру и его сюда. Вот так. Где у меня тут? Я пока приготовлю, чтобы его сюда посадить. Я брусками все загораживаю, а он уже вылазит. Маленький там сидит. Меня интересует, как они отнесутся к этой голубке и как она к ним отнесется. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. И нету. Гуля, 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 гуля. Ну что сидишь-то, вылазь. Иди скорее, иди. Гуля, 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 гуля. Гуля, гуля.
Вот тварь такая. Что с тобой? На улице неохота. Вот он какой, вот какой, смотри какой. Гляди, пузанчик. Сейчас я его сюда посажу, давай. Сейчас он должен тогда вылезти. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Идет или не идет он? Сидит на одном месте. Что ж такое случилось-то с тобой, а? О, какой. Ну я вас посажу. Гуля, 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 гуля. Вот он вылазит. Давай сюда, давай. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Давай скорее, вылазь, вылазь. Давай скорее, но. Ты никогда так не было. Сразу вылетает. Что-то сегодня он то ли не доспал, то ли еще. Гуля, 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 гуля. Давай сюда, давай. Давай, давай. Вот, сейчас крыльями захлопает. Он ее не видит, еще та голубка сидит. Давай. Давай, давай, давай. Гуля, 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 гуля. Но. Вот, она теперь тоже посмотрела. Вот она сидит. Меня интересует именно, как она отреагирует. А если та вылезет, то как она отреагирует? Гуля, 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 гуля. А та сидит, даже и не думает. Ну, я могу ее тоже вытащить. Ну, как-то неудобно. И он сидит, и она тут сидит. И сегодня интересно, как мороженое. Гуля, 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 гуля. Придется ее брать. Ты свет сейчас выключишь, я быстренько ее возьму, чтобы яйца там не раздавило. Так, выключи свет. Встречай. Ну, вот она, гляди, бьет как. Я не знаю, ее взял. Вот она, где этот, вот видишь, к нему подошел. А это здесь, гляди, надулась. Подойди сюда. А да голубка, голубка подошла. Да, голубка, вон она, гляди. Вон яйца сидят. Я с яиц ее снял. Вон, видно? Да, да, да. А вот ее теперь я вытащил, чтобы она гуляла. Гуля, вот. Гуля, гуля. Она не хочет гулять. Да ты что с тобой? Давай. Ох, напузырилась-то как. Выключи свет. Я ее сейчас выкину отсюда. Все. Давай. Включай. Давай, давай, давай. Иди скорее. Вот, все. А куда это делось? Вон она сидит. А, вон она. А, вон она сидит. Она не видела еще это. А ну-ка. Выключи свет, сейчас я ее возьму. Ну, что, скорее. Вот так. На нее не видят. Вот. Ну-ка, давай. Вот он увидал ее. Вот теперь они трое. Так, сейчас они будут разборку делать. Что такое? Вот я подниму. Она дальше пошла. Они не поймут, откуда она взялась. Ну-ка. Гуля, 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 гуля. Маленько не так, как я думал. Обычно они сами вылетают, и они бы ее там увидели. А они уже привыкли быть одни. Вот она, гляди, мигом. Все. Бегом, бегом, скорее. Яйца, чтобы не застыли. Вот она. Все. Села. Вот как ее тянет этот инстинкт, как говорят, заложено в ней. Вот он, попер он ее. Все, теперь все. Главное, при ней... При жене ничего не делал. Не интересовался. Вот он. Теперь он за ней будет гоняться. Это у нас сегодня 10 марта. Вот она. Ну тут ей не надо быть, иначе там она может отправляться. Ну-ка давай. Вот она к нему. А он-то за ней, пошел.
Он обязательно за ней погонится. Вот он. Она говорит, у тебя и так есть жена. Что ты ко мне пристаешь? Да, да, смотри. Он еще никак не опомнится. В тот раз он более активно вел себя. Потому что наблюдать в природе это очень трудно. У нас было такое. У меня вода стояла там в Потеряевке. И вот, если ты смотри, я чуть не наступил на него. И он как-то, а они на ногах такие длинные перья, и его ножка туда попала. И он ее застрял, и она замерзла, и он на ней повис и переломил, и оторвалась просто так она, нога, как на одной ноге-то. А в это время у них только что малыши вывелись. И что интересно, голубка его бросила рядом в соседнее гнездо, она с другим голубем сошлась, и все, и он один выращивал детей. Вот была трогательная картина. Вон они где. Где он ее потерял? Ну да, потерял. А где она? На лестнице. Вон она где сидит. Он ее не видит там. А ну-ка давай отсюда. Ой, тут увидал он ее. Она села на лестницу, а там барьер. Вот он, погнал ее. Сейчас я тебе дам возможность сюда. Надо залез туда. На табуреточку на нашу. Да вон она уже тут. Ну, еще тут он ее найдет. Тут она на глазах у него. Увидал. Гляди-ка. Вот в комнате. Это как бы тут фактически разделенные уже на две голубятни. И так у меня три голубятни на улице. Вот они. Все. Вон она где. Вчера одного увидела. Вы что голубей там стравливаете? Разврат такой допускаете. У него одна голубка должна быть. Да, одна. Но бывает голубь один, вот как петух один, а куриц много. Еще разврат какой-то. Ну. Он увидал ее, вот она сидит. Ну давай, веди ее, чтобы поела она глины. Тоже пошла по полу, гляди, она совсем новенькая. На мою кровать сели. Да ладно. То есть она уже активно не убегает от него. Фактически вот в таком состоянии. В течение одного дня, два дня, она уже полностью ему покорится. Это означает паровать. Он ее потерял. Он опять не видит где. Давай, вылазь оттуда. Голубка сажает клетка такая, мало, ну вот это вольере-то, и все, он ее за два дня моего уговорит. И она прежде все забыла, и-ка с какой скоростью он ее гонит. Смотри, там это, внизу, не наступи на него. Ну что? Ну-ка давай отсюда. Не хочет она за него. Не хочет за него она. Пускай в Потеряевке обживается. Так, подожди, я выключаю свет. Где она? Мне надо поймать ее. Вот сейчас. Здесь, на коробке. Все, вон она, вон она. Ну, это надо было сначала тут закрыть.
Сейчас я закрою. Должна быть полная темнота. Где она? Вон, под моим стулом, вон, сзади. Все, включай свет. Потихоньку. Все, не получился эксперимент до конца. Вот он где. Это я ее взял. Все, забираю. Осторожно там. Вот она где. Посмотри. А что я делаю теперь? Теперь надо ее убрать. Теперь я вот сюда сажаю. Так. Все. Вот она у меня в коробочке. Тут она у меня пока и посидит. Не вылезет. Думаю так. Ну, можно даже сверху еще подложить. Все, теперь это надо вытаскивать. И он с ней будет, его кормить надо. Ох, вот он какой. Он какой, а? Да еще все голуби-то спят, это ночью, считай. 6 часов утра, потому так это они не активны. Они чувствуют на улице темень еще. Под крылышками у него уже начинает пушок быть. Вон какой. Давай. Вот все. А тот сидит наверху. А та сидит на гнезде. Все сегодня сделано. Вот сейчас сойдет со своего престола, начнет здесь определять. Вот она пошла. Еще неизвестно, он или она. Вон он как. Ну что такое, а? Вот дед, сейчас они ходят. Я сейчас покажу, как я убираю. Подожди-ка. Так, у меня здесь ножа нету. Ты его на стол взял, вон куда уволок. А что ж ты его взял и не положил на место? Там дверь надо закрыть. Дверь. Все. Сейчас я подниму это. Вот такое дело. А там время много отнимает, получается-то. Вот он, голубенок сидит. Ножик у меня такой поганый. Я ставлю рядом вот так вот и все соскабливаю. У него жишка одна тут. Что сидишь сюда? Тебе нравится здесь? Давай, а ты ходил туда, вот здесь надо соскоблить. Ковер тут у меня, а ты... Что ж такое, а? А что ему? Ему какая разница? Теперь здесь маленько надо водички. Вот так вот. Сейчас я покажу, как дальше делаю. Беру вот так вот листик. В него водички. Водички. Вон он слетел. Вон он. А он кормить его должен. Сейчас я сюда выходи маленько. Он пойдет сейчас есть туда соль свою. А вот эту вот водичку я принес. Сейчас воду вот сюда вот капаю на то место, где он помет у него есть. И вот так размочаливаю. Вот так. Маленько тут совсем водички. Вот. А теперь к этому месту бумажку и плотно соскабливаю. Вот она, жижка такая, как бы размоченная. Все, ничего нигде нету. Ну, может, там где-то внутри осталось. Вот он ходит. Он сейчас его будет кормить. Что он туда залез? Выходи-ка оттуда. Стой там, вот сюда вот где-то встань. А что ты туда залетел? Это ему надо дать. Сейчас я ему дам. Дам семечек мелконьких. Гуля, 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 гуля. Все. Пошел. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Гуля, гуля, гуля. Сегодня это интересно как.
залез туда. Обычно его туда не загонишь. Гуля, 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 гуля. Вылазь. Гуля, 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 гуля. Тот пошел куда-то, залез. Вот сюда его посажу. А это сейчас к нему, чтобы он его кормить начал. Давай отсюда, давай. Гуля, 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 гуля. Пошли. Ну, интересно как. Вот так. Вот так. Обратно. Тут еще такое с вами. Вылазь оттуда. Давай. Нет, брат, не пойдет так. Я закрою тебе вход туда. Ты еще в самом деле. Вот сейчас посмотри. Стой здесь. Он сейчас будет искать себе соль есть и его кормить будет. Маленько задержись. Этот пошел гулять. Ну это хорошо. Он его тут легко найдет. Но я его сегодня сейчас распугал. Он сейчас не очень-то охота ему. Он ее ищет. Вот в чем дело-то. Он не поймет, куда она делась. Голубка-то. Вот почему он сбился. Видишь, он, она где сидела, он туда пошел искать. Он никогда туда не летает. Ему интересует под столом там соль, глина и песок. И он сейчас, видишь, голову-то дергает, он ее ищет. А этот, где бы он ни был, он и найдет отца. Вот он, сейчас смотреть надо. Все. Теперь должен туда этот детенок выйти к нему, а этот пойдет под стол. Там песок у него, вон он где. Все, там баночка. Все, картина меняется. Это вот очень познавательно. Как вот, у него в памяти ненадолго-то сохраняется. Полез на лестницу, она сидела где на лестнице, он все облетел, нигде нету. Ну, значит, на время пришла. Она там как лягушка что-то квакает там в коробке. В коробке-то голос подает, а это на какой-то там, не знаю, танцплощадке была или как называется. И вот Василий Макарович, он Шукшин, там эту Машеньку заметил, это первая жена у него. И она говорит, я иду домой, никто не провожает, один-то. А он в это время ее подкараулил, хотел познакомиться. И уже темно было, слышу топот такой, он несется в сапогах, он подражал Сталину, карманы такие были, то есть подражательным. Догнал, говорит, я ничего не успел обдумать. Он схватил меня, повернул к себе и поцеловил. Ну, гадство, теперь нас так просто не возьмешь. Вроде он печать ей оставил и дал зарок какой-то. А ничего, пришло время, я оставил Машеньку и нашел другую. Мужики-то такие слабенькие. Вот она где. Это я попутно, мне всегда вспоминается, аналогичный какой случай был. Налетел на нее и... Гадство, вот это слово, как это поговорка. Так. Он сейчас ищет, где этот может покормить его, но его не видно, куда он спрятался. Потихонечку туда. Он кормить его как будет. Там нет он голубенок? Да, да. Даже разговаривать боязно, он может ее покинуть. Все-таки условия не совсем такие. Ну, это на расстоянии метра от нас находится. А
А тот даже не шевелится. Ну, он к нему повернулся, а но сейчас... Он спросонок, потому что ночь. Ночь. А мне главное, пока темно, тогда я могу с ними поправиться, поймать и посадить. Он весь мусор подбирает. Да, он молодец. А этот-то сидит. Мне сейчас тоже что надо делать будет. Открыть, чтобы он залетел туда. Тогда я ребенка туда посажу. Подожди-ка. Да, подожди, Мариночка. Я потихонечку зайду сюда. Сейчас я оттуда там почищу у него. Ой, меня бьет, как она не допускает. Почистить даже не дает. Ну ладно. Под ногами у вас. Вот понимаешь, какое дело, а? Он не кормленный будет. Я его посажу, потом еще раз сделаю такое. На. Может быть, он за ним пойдет. Покормить его. Ну-ка, давай. А нет, значит, я их сейчас рассажу опять туда. Он его не видит. Повернулся задом. А там тарелка, которая для новой голубки-то, я ее закрыл. Вот он. Голубенок маленький. И он, голубенок, не очень активен, еще не очень захотел есть. И все. И спиной старается где-то прижаться, чтобы сзади не напали на него. Если он пятится, начинает, это значит, он направляется. Это в нем-то заложено так. Ну. Ну все, теперь я его убираю, голубенка-то. Это долго, он его не кормит. Потом придется среди дня по-новому выставлять его. Давай. Ну. Еще сидит. Прислушивается. А? Прислушивается. Он, видимо, слышит ее. Он потерял эту новую квартиранку. Нет, она звуки не издает. Не подает звуку? Нет. Ну все, он не знает ничего. Он будет теперь ходить, собирать тут. Мне ждать-то некогда сильно. Я сейчас выключу, это опущу. Давай. Да выходи. Ну-ка, давай. Вот так. Все, теперь. Топ-топ-топ. О, не успел. Если бы так, я бы успел тронуть. Вот он сидит. Сейчас еще маленечко. Ну-ка, давай. Такое. А что ж такое-то, а? Ну-ка давай. Вот так. Мне оттуда тебе не надо отсюда. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот теперь у него только два убежища. Туда и сюда летит. Ну смотри, как сейчас я его поймаю. Мне некогда ждать, надо эту выпускать. А сам он когда залетит, это. Опять по новой закрыть надо все.
И фонариком. Вон он сидит где, наверху. Так, быстренько выключи, заключи, включи. А у тебя тут вот ничего не сделать, у тебя встать некуда. О, включи кабинет, ногу даже поставить некуда. Аппаратуру не убрали, ничего не сделать. Не видишь, включи. Никак, тут надо один, чтобы подсвечивал, а другой как. А он теперь он туда залетел, там вообще его не возьмешь. Так может он залетит все-таки туда? Да, сейчас. Теперь все. Прекратить на этом. Оставить. Неудобно двое. Ничего не подготовлено. Я его взял бы, конечно. Я сейчас занимаюсь своим делом, а он залетит туда. Там семечки, он зайдет туда. Ему тут делать нечего больше. Ребенка убрал. Все на этом. Мне надо выпускать теперь эту палю. Паля закрыта. А он сидеть там надуется и будет сидеть. Мне то и другое не подходит. Посмотрим, что будет дальше. Все, выключай.